Ежегодное отключение горячей воды в домах для ремонта и профилактики котельных и теплотрасс – событие уже давно привычное, но многим по-прежнему доставляет массу неудобств. Между тем, именно благодаря таким мероприятиям удается избежать крупных аварий, в том числе в зимний период. В этом году горячее водоснабжение в Видном и близлежащих районах отключали на период с 4 по 17 июля. Вода должна была появиться в кранах 18-го, но коммунальщикам удалось завершить работы досрочно. Вчера, 17 числа, мы уже запустились, и в обед уже во многих домах города Видно горячая вода была. К вечеру была у всех, в том числе и в Купеленке, это самый дальний участок. Сейчас котельная работает в штатном режиме. За процессом круглосуточно наблюдают операторы центра управления тепловой станции. Вот это общая котельная насосная, вот, где установлены сетевые насосы. И здесь можно видеть параметры на выходе из котельной. Вот 77, это мы даем в сеть. И 60 градусов, 58, это обратный трубопровод, то есть параметры в норме. Зачем операторы и следят? За период планово-профилактических работ нужно было проверить более 26 километров тепловых сетей. В этом году в ходе гидравлических испытаний было выявлено больше утечек, чем в прошлом. Все они были обнаружены и устранены в срок. Но есть еще слабые участки, мы продолжаем их ремонтировать. Вот, в частности, Пионерский переулок, дом 9, сегодня еще ремонтируем. Это не влияет на подачу горячей воды и на давление в домах нисколько. Это больше именно подготовка к отопительному сезону. На данный момент таких участков 3. На проспекте Ленинского комсомола, дом 13, и Пионерском переулке, дом 9. Работы идут полным ходом. Труба гниет. И вот такой толстый, получается вот такая вот тоненькая. Вот, тут буквально миллиметр толщина, даже меньше миллиметра. Вот она светится, просвечивается. И все, и когда давление даем, ее разрывает. Потом вырезаем старый кусок ржавый. До хорошей трубы доходим, ищем, где там нормальный металл. Вон, там хороший целый металл. И все, обрезаем этот ржавый и вставляем туда новую катушку. А вот на улице 3 Радиальная, возле дома 8, ремонт уже завершен. Произведена замена участка трубы, значит, с утечкой на новый диаметром 300 в профилактический период. В настоящее время участок раскопок подготовлен к асфальтировке. В ближайшее время будет произведено восстановление асфальтового покрытия и благоустройство поврежденной территории. Также в ближайшее время работы будут проводиться во овраге у 28-го дома по Советской улице. При этом ни по одному из адресов отключать горячее водоснабжение не планируют. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видно этого.